Всем привет! Хочу вас познакомить вот с таким вот замечательным устройством, которое предназначено для зачистки проводов от изоляции. Зачищает оно буквально одним движением руки. Ну ладно, двумя. Подать провод, его, собственно, очистить. Такой вот инструмент здорово экономит время. Ну и в кое-каких случаях зубы. Лечение зубов стоит значительно дороже, чем этот инструмент. Вот такой вот замечательный инструмент можно приобрести в Китае. Буквально за пару баксов. Это полностью железный, то есть немного дороже. А есть еще с пластиковыми деталями. Он, разумеется, на $1-2 дешевле, но хороший инструмент, должен быть надежный. К тому же разница в цене не такая уж и велика, и не жалко переплатить. Не знаю насчет дешевого, но вот этот вот, хоть и чуть дороже, но он уже, ну, наверное, проводов 1000 очистил без проблем. Все еще работает. Конструкция незамысловатая, все довольно-таки просто, чисто механика, никакого волшебства. Собственно, ссылку на вот этот вот замечательный инструмент я оставлю в описании. Также я оставлю в описании ссылку на более дешевый инструмент. Как говорится, выбирайте сами. Лично мне этот девайс очень понравился, он значительно экономит время. Ну, поверьте, это значительно быстрее им работать, чем зачищать провода кусачками. Причем провода кусачками не всегда зачищаются равномерно. А вот здесь смотрите, все жилы целые. Ну, в общем, им можно тоже зачищать изоляцию вместе с жилками. Но это такое бывает, если взять немного меньше отверстия, чем нужно. И вот видите, сорвал кое-какие жилки. Ну вот такой вот получился мини-обзор. Всем пока!